В здоровом теле здоровый дух. Крылатые выражения, знакомые с детства. Кто-то любит посещать бассейны, а кто-то занимается скандинавской ходьбой. Какие виды спорта по душе с равчаном, пойдемте узнавать. Каким видом спорта вы предпочитаете заниматься? Раньше занималась гимнастикой. Да? А сейчас чем? Чувство полета непередаваемо. Ну, велосипед. Плаванием раньше занимался. Футбол. Также иногда предпочитаем шахматы. Баскетбол. На велосипеде катаемся. Художественной гимнастикой. Это очень удивительный спорт. Ну, там надо бегать, прыгать. Это спорт, где надо заниматься. То есть растягиваться. Как легкая атлетика, только надо всякие шпагаты делать, перекаты, перевороты. Я чем только не занимаюсь. Плаваю, играю в боулинг, бильярд. Во все играю, во что только можно. Я люблю заниматься воркаутом, а также стритлифтингом. Стритлифтинг – это одно из подразделений воркаута. Спортом нужно заниматься для того, чтобы поддерживать свой организм в тонусе. Это отжимания на брусьях, также подтягивания. Пойду тоже попробую. Внимание, подтягивание. Не получилось с воркаутом, пойду займусь отжиманиями. Здесь-то у меня точно все получится. Один, два, 10. Спорт – это движение, это жизнь. Надо приучать себя заниматься этим. Ну, наверное, во-первых, для поддержки формы. Да и если это, конечно, не профессионально, то и здоровье полезно. Поддерживать здоровый образ жизни, физическую форму сохранять. Ну, я говорю просто про себя. Я, во-первых, не могу не заниматься, потом я хочу хорошо выглядеть. Заниматься спортом модно и полезно. Тело в тонусе и дух крепок. Друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Опрос для вас проводили Ирина Вышегородцева и Владимир Лисик.